Да, вот это у нас Луна, белое пятно, а в правом верхнем углу это Сатурн. Только в таком виде могу их вместе показать. Но сейчас будем наводиться на Луну. Очень дымка серьезная. Уменьшаю светочувствительность. Теряем яркость. Сатурна уже не видно, но зато посмотрим на Луну. ISO я сделал, все равно пластилиновое изображение, но я не очень расстроен. Только что получилось снять поезда Starlink. Поезд Starlink, ну какой-никакой, опять же, при такой видимости, облачности. Грех жаловаться. Это у нас Платон, кратер. Ладушки, пошли попробуем. Сатурн хоть как-то навести. Ох, ну, не хочу много времени тратить, оно того не стоит, просто потому что, ну, дымка, что ж ты сделаешь. Бежала простыня. Ну ладно, давай, я не могу удержаться, чтобы еще и все-таки у нас Юпитер практически в противостоянии. 3 ноября будет ближе всего к Земле Юпитер. Ну и сейчас он уже меньше 600 миллионов километров от Земли, а максимум его 900. Что? Пропало. Завтра с утра, может, перед сменой, перед дежурством, попробую рядом, уменьшая выдержку, может даже полосу увидим. О, видно полосы. У-ху. Но опять же, тут мало того, что облачно, так еще и Юпитер пока низко над горизонтом. Просто слои атмосферы. Но это лучшее, что я сделаю. 24 октября 2023. +20 на улице, ёлки-мотальки.